Я пишу тебе письмо, не надеясь, что ответишь, не надеясь, что прочтешь, не надеясь, что поймешь, не надеясь, что отправлю. Я пытаюсь рисовать на полях моих творений тот единственный родной голос твой, образ твой. Не могу поймать мгновенье. Может, это письмо я когда-то отправлю. Может, ты однажды, заглянув в свой ящик, обнаружишь там его и не сразу поймешь, и не сразу откроешь. Все давно уж в прошлом, стоит ли тревожить дней прошедших, не вернуть. Может, легче позвонить, но боюсь, ты не ответишь. Кто такой, не помню, уточните номер. Вы ошиблись, и гудки. Я пишу тебе письмо, не надеясь, что ответишь, не надеясь, что прочтешь, не надеясь, что поймешь. Все равно тебе пишу. Может, это письмо я когда-то отправлю. Может, ты однажды, заглянув в свой ящик, обнаружишь там его и не сразу поймешь, и не сразу откроешь. Все давно уж в прошлом, стоит ли тревожить дней прошедших, не вернуть. Может, это письмо я когда-то отправлю. Может, ты однажды, заглянув в свой ящик, обнаружишь там его и не сразу поймешь, и не сразу откроешь.